Еще раз всем привет, привет. Привет. С вами Светлана, да? Гюльбера, прихорошилась для фотографий. Привет, мои лапули, лопатули, мои хорошие. Утро начинается у нас не утро, а 2 часа дня уже. Ашкым недавно встал. И я ему на завтрак пеку хачапури. Вот видите, уже перевернула я его. Красивое такое, видите? Вот такая лепешечка. Сейчас сверху помажу маслицем, и мой Ашкым будет кушать. А я сегодня, представляете, иду на базар. Одену маску и пойду все. Короче, надо много очень отовариться всего. Фруктов, апельсинов, лимонов. В общем, несколько рейсов придется сделать. Но я Ашкыма не пущу, я сама пойду. Все возьму на себя ради любимого мужа. Так что вот так вот. Мне и аппетита нет, потому что переживаю насчет этой вылазки моей. Утром встала, 9:30 вышла, смотрю, базар есть. Решила как-то подумала, может выбежать мне, но без Ашкыма не стала. А с ним поговорила, он говорит, хорошо, говорит, все, оденься так, как защитись. И я сейчас быстро его завтрак, а сама побегу на улицу. Ну, конечно, снимать там не буду, чтобы телефон еще не пачкать и все. Так что, мои хорошие, я вам потом все объясню, какая там ситуация. Вот мое хачапури. Девочки, мальчики, запах обалденный, тесто вообще такое бесподобное, посмотрите. Сыр внутри, ну сделать сыр какой есть, можно, конечно, лучше употреблять, который плавится, но какой есть, такой есть, сейчас наше время, выбирать не приходится. Так что, мои хорошие, пошла кормить Ашкыма и сама буду собираться на базар. А вот и я, вот так я иду на базар, взяла сумочку, сюда сейчас денежки, денежки есть уже. Пошла отовариваться, надо очень много чего взять, фруктов и овощей. Ну что, Божья помощь и Бог мне в помощь. Спонсор моего канала – онлайн-платформа Gigos. Так, ну вот, мои хорошие, я вышла на базар. Посмотрите, как у нас не так уж переполнено. Много очень людей в масках, в перчатках. Много их и без. Но не так полно их. Вот это мне очень обрадовало. Сейчас я сначала пойду за хлебом, пробегусь по ценам, как и что, и на обратном пути начну покупать все. Бог мне в помощь, мои хорошие. Такая погода чудесная, мерси. Ой, аж голова закружилась у меня. Представляете, что дома сидим, а вот видите, попрошайки, им не страшно ничего. Вот такой наш Мерсин в карантине. Друзья мои, боже мой, как я устала. Я купила то, что, наверное, все, что можно. В таком количестве. Сейчас приду быстро домой в душ. Смывать себе это все. Что могу сказать? Вот посмотрите. Люди есть и без масок есть. Не берегут себя, не боятся, и без перчаток, халатно относятся, безалаберно. Продавцы все в перчатках. Потратила я около 75 лир у меня было. Но я, знаете, что взяла? Я взяла 5 кило грейпфруктов. Я взяла 3 кило яблок, 3 кило апельсин, лимон килограмм взяла. Взяла килограмм патлиджан, картошку 2 кило, картошка подорожала, по 4 уже стала, 4,50. Лук взяла килограмм, 4,50, было 2,50. Помидоры не взяла, у нас помидоры есть. Зелень, представляете, пучок лар 50. Что я еще взяла? Взяла капусту себе белую, может натушу и Ашкыма буду приучать. Бананы взяла килограмм, 7 лир килограмм стоит. В общем, мои хорошие, немножко отдохну, потому что плохо стало мне, понимаете, от этих тяжестей. Хлеб купила. Посмотрите на мои сумки. Здесь, наверное, 30 килограмм минимум, наверное, аж в ушах звенит у меня. Вот женщины, блин, как лошади пашут. Вот смотрите, неподъемные сумки.
думаю, сяду вот напротив дома. Посижу чуть-чуть, приду в себя. Так что вот, мои хорошие, вот такие вот дела, такие новости. Ой, ну вот такой у меня сегодня базар. Много чего можно еще было взять, но просто сил не было. Дома полно всего. Пришла я домой, еле дотащила сумки. Друзья мои, я таких тяжестей никогда в жизни не тащила, как сегодня. Вот посмотрите, что я купила. И я все, видите, вот бросила свои брюки, сняла. Бросила все, что шапку, маску, пакеты, все выложила. Потом сняла перчатки. Потом, значит, очком обработал мой телефон, очки. Я вот все выложила на солнышко, и мы будем до завтра, пускай это все лежит. Значит, я взяла вот огурцы, пирасу взяла, лук-порей, патлиджаны взяла, баклажаны, лимоны взяла, картошка дорогая, я вам сказала. В общем, и зелени понабрала, и капусту засолю белую, кабачки, лук, бананы, яблоки. Вот это 5 кило взяла. Очень сложно все, друзья мои. Сейчас я приготовилась к зумбе, потому что в 3 часа у нас будет по прямому эфиру зумба. А вот и я после душа приготовилась. Хотя такая уставшая, полчаса у меня есть. И потом начну зажигать зумбу. Вот, мои хорошие, погода в Мерсине шикарная. Пришла наконец-то весна. Ашкем что делает? Ашкем что делает? Ашкем, видите, сидит там возле компьютера. Привет. Кофе тогда будем пить? После зумбы? Хаве, не кадари чечес. Зумба и сора? Да, после зумбы, потому что я сейчас должна чуть-чуть отдохнуть, чтобы смогла потратить свою энергию. Ну все, до встречи. Так делаем. Более.
Я не знаю, как у вас, но у меня рабочий день не заканчивается. Посмотрите, столько сейчас голубцов я должна накрутить. После зумбы напрыгались со шкымом. Вот стажарка такая. Я сделаю сейчас постные голубцы, потому что нужно и тоже много мяса мы кушаем дома. Сидим и лучше постные покушаем. А шкым вот приготовила вот такой соус. Картошка. Вот лук зажаренный. Вкусный очень. Попробовала чуть-чуть вкусный. Так что вот покажу вам, когда я это закончу. Дай Бог мне терпения. Мои хорошие, вот и мои голубчики. Вы представляете, столько у меня еще осталось этих листов виноградных, что я решила их на следующий раз. Потому что начинки я сделала 2 стакана. И все у меня ушло сюда. Ашкем говорит, немножко побольше их заполни. Такие постные голубцы. Здесь у меня вот сейчас я буду делать плов. Индер захотел плов, маслица. Как делать рассыпчатый плов, я тоже показывала в своем видео. Это раньше старое, но сейчас еще покажу. Готовый покажу. А как готовить плов, смотрите в моем плейлисте «Готовлю дома». Так, а вот и мои голубцы. Сейчас проверим. Сейчас я попробую и вам скажу. Ашкем пришел, помогает мне стол накрывать. Друзья мои, сейчас мы будем кушать с Ашкемом. Я приготовила, вы видели, борщ себе, такую огромную тарелку, потому что не ела. Ему сделала соус такой с картошечки на курином бульоне. Он, не знает, себе мяту купила на базаре. Салатик, вот эти голубцы наши. И Ашкему в плов. Приятного всем аппетита. Пока-пока. С вами была Светлана Та. Не жалейте ставить лайки, писать комментарии и на колокольчик нажимайте, чтобы получать уведомления о моих новых видео.